Так, всем привет, с вами Марс. Мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму Нежить. В прошлой серии мы довольно-таки глупо ходили по этому кургану. То есть как? Огромное-огромное помещение, в котором хер поймешь, куда идти. Но, по крайней мере, у нас есть цель. Цель это убить некроманта, который, кстати, не так уж далеко от нас находится, поэтому двинули. Лучники, это, конечно, хорошо. Если бы они еще видели далеко, было бы вообще. Стоит вернуться. Прикиньте, вообще демон какой-то. Так, ну я не думаю, что он будет со мной разговаривать. Поэтому давайте его уберем сдалека. Можно, в принципе, заклинание у него метнуть. Ну зачем? Ну зачем тратить ману? Так. Я так подозреваю, что это был не тот маг. Да. А я уж начал надеяться на легкое прохождение. Не пошло. Адепт. Так, давайте-ка применим способность из мода. Так, там кто-то есть. И подо мной три мага, включительно с нашей целью. Хорошо. Аркей наш враг. А надпись гласит, когда посылаешь врага, скорбит алтарь, призрака светит путь ученика. Хорошо. Что за книжку мы читали? Записка некроманта. Дубовая плоть. Ну, мою стрелу отдашь. Так, записка некроманта. Так. Итак, ну я не имею ни малейшего понятия, конечно, как использовать эту чашу, даже по тем надписям. Ну, ладно, чё уж там. В принципе, я смогу еще сюда вернуться потом. Вот. А сейчас, ну, двинулись дальше, чего ж. Не стоять же на одном месте, нам еще некромантов убивать.
Тролль. Добро пожаловать в мир боли, тролль. Вот так уж близко этот некромант оказался. Адепта запинал. Хорош тролль. Ну-ка, я уже в предвкушении крови. Так, стоять. Да я отсюда пришел. Совершенно верно. Я же отсюда пришел. Вот она, чаша. Некроманты внизу. Может, я что-то провтыкал? Нет, потому что я что-то провтыкал, это 100%. А вот конкретно что? Ладно. Давайте-ка еще раз пройдемся по этому пути. Тут вроде никаких ответвлений нет. Ну это, видите, это подъем наверх. Как же попасть вниз? Может, как-то через эту решетку? Сомнительно. Ну, я не знаю, давайте-ка вернемся тогда в этот зал. Ну вот, отсюда я пришел. Это тот обходной путь. Да. То есть бестолковая локация. Так, ну давайте, когда я найду путь, тогда включусь. Блин, как я уже задолбался ходить по этим пещерам. Оно все, падло, такое запутанное, такое все кривое. Я просто не знаю. Вроде на правильном пути. Неужели? Опа. Ребята, как я вас, блядь, давно искал. Распиздец. Давай сначала ты. Никогда не сейчас. Отвали, мать твою, так. Ну чё, как оно, товарищ? Том нежити, ой-ой-ой. Мантия. Знаешь что, я ее возьму. А мне понравилось. Так, сундуки, а что у нас тут?
там золотое кольцо. Морозный плащ возьмем. Пригодится. А, ну скрытность у меня по максимуму. Так, давайте-ка посмотрим на то, что мы нашли в итоге. Третья часть дневника. Так. Сейчас я прочитаю, вам перескажу. Это все чертовски интересно. Ибо в дневнике было описано некий барьер. А за этим барьером находится тот, кто его поддерживал все эти годы. Я подозреваю, где-то в этих руинах находится лич. Что же? Квестов больше нет. По крайней мере, я их не вижу. Поэтому надо отправляться уже домой. Каким-то образом этот товарищ... А, да, мы подняли книжку. Сейчас я вам ее покажу. Чтобы не... Вот, том не жизни. И это все, только две страницы. Он никак не активируется. То есть, в принципе, пока что это все. Нет, где-то есть продолжение этих квестов, но пока надо выбраться отсюда. Так, сейчас поставим какое-то задание. А, да, конечно. Ладно, чё уж там. На этом, пожалуй, закончим. Или сейчас я покажу, как я вернусь по-быстрому. У меня стоит маркер в Ривервуде. Поэтому я вернусь вот так. Это тоже способность из Наруто мода, которая создает параллельные измерения, в которые можно с помощью заклинаний переноситься, переносить других людей, возвращать их оттуда. Маркер, который дает точку спауна. То есть, такие заклинания телепортации в основном. Ну, они круты. Вот, собственно, загрузка прошла. Видите, я стою на маркере. И мы в Ривервуде. Ах ты, ёптвою мать, вампир. Если я не прав, да простит меня Аркей. Что-то не так. Именно. Итак, на этом, пожалуй, закончим. В следующей серии я почитаю, где продолжение квеста. Всем спасибо, с вами был Марс. Всем пока, до новых видео.